Добрый день, меня зовут Василий. Я основатель и соучредитель первого арт-центра печати Сан-Студио в Москве. Мы открылись в 2009 году. Надо понимать, что мы открылись в самый разгар мирового финансового кризиса. Для кого-то это были плохие времена, но мы получили такое достаточно быстрое и динамичное развитие в плане спроса на услуги печати. Первыми, кто воспользовался нашей услугой, это были мебельные производства. Ну, 80% в дешевом сегменте мебели плюс-минус похоже. И мебельщики пытались выделиться друг на фоне друга. Поэтому, собственно, не выходя из своего сегмента, они стали применять нашу печать. Спустя уже почти 4 года нашими клиентами являются от крупных организаций, там, таких как сотовые операторы, там, например, Мегафон, до каких-то там архитектурных бюро, строительных организаций, госкорпораций. Так что мы продолжаем успешно существовать, развиваться. Все, наверное. Спасибо, до свидания.